товарищи, добро пожаловать на ТВ Джем. Сегодня будем готовить такие маленькие штучки, называются они припёлки. Нам надо, где находятся груди, да их разделим на половину. Штучки 4 у меня. Все это хорошо поперчим. Добавим паприку. Затем все то посолим. Повернем на другую сторону. Повторим все это. Нальем немного оливкового масла. На оливковое масло ставим 2-3 зуба чеснока, да получим хороший аромат. Прям так у кожицы добавим чуть тимьяна. Ставим так кусок перчика. И пустим немножко это все нагреться. Пока у нас масло нагревается и ароматизируется, тут мы возьмем одну головку лука, порежем полукольцами, это будет достаточно. Возьмем помидорчик, помидорчик порежем кольцами. Помидорчик уже можем и так да добавим вниз, ничего страшного. Можно залить чуть-чуть масла. Немного базилика, просто чтобы дало аромат, чтобы помидор хорошо пустил сок, слободно ga немножко посолите. Уже у нас шверчит наше масло, перчик и чеснок. Сейчас мы добавим припёлки. Пока это все обжаривается, мы приготовим грибочки. Конечно, у меня шампиньоны, белые грибы, можно вешенки, можно шитаки, можно лисичка, чего у вас есть. За это время обязательно включите духовку на где-то примерно 220 градусов. Пусть нагревается. Это будет достаточно. Перевернем на другую сторону. Желательно, чтобы сделали корочку. Потом она здесь на соку помидора. Ее заварите в соус, и то будет то, что надо. Как вам припёлка стала в таком златно-жёлтом, хороший, красивый цветочек, вы как-то положите сюда на помидор. Так. Пока это все жарите, почистите чеснок от его лишнего шелуха. Также добавьте сюда. Лишнюю траву свободно бросьте. Масло уже то, что надо. Опять там добавьте ветку 2 тимьяна. Это просто будет прекрасно. Затем следующую припёлку. Сюда добавим грибочки. Добавим чуть лука. Лук нам тоже изароматизирует сейчас соус. Все это вернем на плиту. Можно добавить еще немного оливкового масла. Возьмете, добавите чуть-чуть муки. Немного. Затем добавим чуть воды. Мука нам сейчас делает такой немножко густоватый соус. Коротко обжарим, да уйдет запах муки. Сейчас немножко досолим, но не забивайте. Уже соленая припёлка, уже на помидор добавляли соль. Так что не делайте слишком соленый соус. Сейчас мы то все зальем. Грибы выложим. Все отправляем в духовку на где-то примерно 20 минут. Прошло где-то примерно 20 минут. Наши припёлкицы у соусу с грибами. Сейчас мы то ставим здесь, шумовком, да наберете гарнир, который вами внутри находится. Очень желательно забрать одну ложку. Соус очень такой интересный. Украсьте то, например, куском помидора. Добавьте какую-нибудь зелень. Накрутьте перчик. Во, это было все припёлки. У соуса из шампиньонов. Серж, ТВ Джем. Спасибо. Чао.